Архитектурно-этнографический музей Тальцы, музей часов, парк деревянных скульптур Лукоморье. Иркутская область богата интересными местами для туристов. Вскоре и село Одинск, где по сей день живут коренные буряты, станет одним из популярных маршрутов для посещения. Подробнее расскажет Кристина Пермякова. Одинск – старинное бурятское село. Его жители бережно хранят традиции, культуру и национальный язык, передавая это из поколения в поколение. Сейчас население Одинска превышает 1000 человек. С ранних лет детям прививают любовь к родной земле и обычаям. Бурятский язык и фольклор – здесь обязательные предметы для изучения. Для местных жителей Одинск – это их звездочка, и они стараются сделать все, чтобы не дать ей угаснуть. Хотелось бы все-таки, чтобы Ангарский городской округ, ну не только Ангарский городской округ, вся Иркутская область, и все знали о нашем народе, что вот в Ангарском городском округе есть такое село, где вот именно живет такая национальность, как буряты. В этом году жители села совместно с администрацией округа подали заявку на получение гранта. Они будут представлять проект «Эхо одинских предков». Он направлен на укрепление семейных и национальных ценностей. Идея проекта – рассказать о том, как живут в этническом селе, расположенном далеко за пределами Усть-Ордынского бурятского округа. Такие обряды планируют показывать на экскурсиях, где гости смогут окунуться в историю и традиции бурятского народа. А если удастся выиграть грант, приобретут юрту, в которой развернут краеведческий музей. Кристина Пермякова, Роман Буйнов. Местное время.